Едем мы на таком тракторе с таким вот чуваком, за которым гонятся монстры. Делаем бэкфлип. Так, если мы сделаем 50 бэкфлипов, ребята, то нам дадут денежки. Не знаю, 3 бэкфлипа сделали. Я офигею, 50 бэкфлипов. Так, 4. 5. 5 бэкфлипов. Так, давайте. 6. Тихо. Не переворачивайся. 7. 8. 9. Давай 10 сделаем. Так, это считается, интересно или нет? За бэкфлип. Одиннадцать, но 11 мало. Это надо еще 12, 13. Давай, пожалуйста, 14. А, получилось, нет. Вот, 15. А, сожрали. 15 бэкфлипов только сделали. Ой, давайте возьмем другую машинку. Возьмем желтенькую вот эту вот. Желтенькую машинку. Попробуем на ней бэкфлипы сделать. Получится или нет? О, давай, тачка. Покажи нам бэкфлипы свои. Опа, есть один бэкфлип. Второй. Третий. Если так вот сразу по 2 бэкфлипа делать, то может быть успеем 50 бэкфлипов. Но что-то очень много. Есть. Да, 2 бэкфлипа есть. Готово, ребята. Так, ну зомбариме мешают. Не хватает бэкфлипов, ребята. Сожрали меня опять-таки. Ладно, еще раз пробуем. Поехали. Давай. Раз. Так, давайте эту штучку я собью. Есть лотереечка. Лотереечка готова. Раз бэкфлип. 50 бэкфлипов, это вообще с ума сойти. О, сразу 2 сделал. 3, значит. 4, 5. Ох ты. 5 бэкфлипов, хорошо. 5 бэкфлипов. 6. 7. 7 получилось, 7. 8. Сделал, да. Да, сделал 50 бэкфлипов. Получается, это надо не за игру, не за одну игру делать, а вообще всего. Ну, так-то уже намного лучше. Спасибо. А что такое релоадинг написано? Релоадинг. Фиг знает, короче. Вот ускорение. О, есть. Сколько? 68 монет мы заработали. Смотри, как я вот зомбарей, да, уничтожаю. Опа! Так, кто-то мне мешает. Зомбари вот эти, которые летают. Так, еще раз сделаем. Ох, нифига, сколько я сделал. 3 бэкфлипа. Максимально, короче, можно 3 бэкфлипа сделать. Если вообще не париться. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5. Опа! Только 2? Это мало. Опа, сейчас я 3 сделал, да? 3 мало. Давай, супер ускорение. Есть, отлично. Отлично, очень быстро, очень мощно мы едем. Так, и здесь бэкфлипики. Фронтфлипы. А, фронтфлип, бэкфлипы. Кто это придумал вообще название этой штуки? Опа. Хорошая посадка. Да. Взорвались мы. Давай. Пожалуйста, машинка, давай. Давай, едем. Убегаем от этих монстров. Не знаю, успеем или нет. Давай, пожалуйста. Опа. Так, зомбари-вонючки за нами едут. А, сейчас сожрут нас, ребята. Нет, не сожрали. Оторвались мы, хорошо. Так, 186 монет уже. О, лотереечка-вонючка, есть. Оп, главное не перевернуться, не взорваться. Ой, хорошо. Пока что все нормально, едем. Давай, машинка, пожалуйста. О! Сейчас сделаем весь кувырочек. Едем. Очень быстро.
Оп, хорошо, на ножки встали. Супер ускорение у нас есть. Ой, хорошо, хорошо. 300 монет уже, ребята. Я считаю, это фантастически. Фантастика уже. Фантастика вообще. Можем и тачку купить потом еще. Я не помню, сколько у меня сейчас вообще монет. 5000, если наберу, то я, конечно, куплю того монстрика-то с головой. Давай, 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 еще делаем фронт-флипы. Не знаю, конечно, нужны они нам или нет. Пригодятся. Опа, все. Ускорение у нас сработало. Вот это мы летим. Хорошо. Фронт-флипы. Я много прям сделал, ребята, очень много. О, я уже, знаешь... Если сказали сделать много, то я и делаю. Оп. О, что-то, смотри, что-то я открыл. Кстати, что-то там я открыл. Что-то я заработал. Какое-то задание получил. О. Да. Когда я ускоряюсь, я тоже деньги зарабатываю. Ох, нифига. 5 коинс. 5 коинс будем зарабатывать. На, гад, гад, не помешал. Эти вонючки очень сильно мешают. Так, лотереечку заработали. Да и вы чё, почему у меня ускорения не было, алё? Ой, мешает, мешает, мешает мне. Зомбари. Есть. Супер ускорение. Опа. Так, ладно. Не сделал я фронт. Ничего не сделал. А! 572 монеты. О, соточка. Двухсоточка. Спасибо. 5000 монет у меня уже, ребята. Я могу открыть новую машинку. Что я и сделаю. Что я и хотел открыть эту мордашку. О, 500, 500. А, нет, вонючка. Вонючий случай. Да. 5000 монет у нас есть. Так, 25, спасибо. Так, я хочу там мордашку там одну открыть. Полтишочек. И последняя лотерейная монетка у нас. Не знаю, что выпадет. Десятка. Спасибо. Спасибо большое за десятку. Да. Ну, а теперь я смотрю, какие машинки я могу открыть. Могу открыть я Кабрели за 3500. А могу вот эту Зилу открыть. А я ее так хотел, ребята, так хотел. Турекс Рекс. Я ее, наверное, и возьму. Так, что тут? Ничего же интереснее тут нету. Ну тут куча всяких машинок. Ладно. Давайте, я хотела эту машинку купить. Я ее куплю. Почему нет? Все, спасибо. А апгрейд стоит 5000. Офигеть, дорогая кэпшенка. Вау, какая же она красивая. Какая же она красивая. Давай, едем. О, смотри, какой монстр, а. Какая голова такая, да, монстра. О, давай, этот самый. Есть, лотерейный билетик, это хороший знак, ребята. Такая машинка интересная. Голова монстра. 5000 монет стоила. Ой, взорвалась, она вонючая голова. Ты чё взрываешься? Сколько денег я на тебя потратил, а? Да ты чё, второй раз взорвалась? А ну-ка, 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 едем. Фух, оторвались. Да, башка, башка монстра. Тебе повезло, что ты оторвалась. Едем дальше. Так, лотерейный билетик, спасибо. Опля. Тихо. Едем. Аккуратно. Так, давайте переворачиваемся. Здесь еще делаем флипики. Хватит. Здесь можно побольше сделать. Хорошо, хорош, хорош. Смотри, какая скорость, ребята. Так, третий коинс. А, третья база. Так, перевернулись, едем. Так, здесь сейчас перевернулись. Лотерейный билетик бери. Давай, уничтожь эту птичку. Готово, молодец. Рекс, молодец, Рекс. Давай, едем. Опа. Ух ты! Нам еще денег дадут. Соточку. Давай здесь такие сделаем. Бэкфлипы. О, хорошо, хорошо, хорошо. Молодец. Летим, как быстро. Так, здесь сюда.
Едем. Монстр трак такой, а? Смотри. Опа! Опачки. Есть, хорошо, хорошо, едем. Только не зарвись, только не зарвись, пожалуйста. Уезжай, 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 уезжай от этих зомбарей. Нет. Зомбари меня споймали. Ну что ж, 200 рубасов сделали. Нужно 7 дубл киллс убить. А, это сложно. Угу. Это очень сложно. А давайте поиграем. Лотереечку. Палтишочек, спасибо. Дальше. Что здесь еще нам дадут? Опять палтишочек. 2 полтинника. Вот и хорошо. А, еще один лотерейный билет. Давай еще раз поиграем. Да, 500-ку не хочет мне давать. Но хотя бы 250, это очень даже хорошо. 10 уровень у нас. Что нам дают? Дает 10 уровень. Скорость или что? Ну ладно. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всем пока-пока.